Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Джек Шепард и Артур Блэк, то есть я. Мы продолжаем. Давай, поздоровайся. Всем привет. Мы продолжаем играть. Вот многие спрашивают, почему я не здороваюсь сразу, потому что у нас небольшая есть задержка в Стиме, и вот если мы начнем, ну как бы, приветствовать по очереди стараться, то в итоге получится, что все равно мы будем говорить в одну секунду, поэтому... Да. Короче говоря, это второй вот дубль так. Уже, с ну, первого давай. Почему-то запись не пошла, Вступление. Повторим. У нас... Мы находились, как вы помните, около аэропорта, на самом верху карты, около чертова этого замка. Но в итоге сервера вчера легли, и слава богу, хоть у нас наш лут не сбросился. Но, по крайней мере, наша позиция сбросилась, и сейчас мы минут 40 перлись друг до друга от берега с разных мест, откуда нас отреспаунило. Но в итоге нашли друг друга, так что у нас все без изменений. Я, конечно, чуть от голода не помер, у меня вон 8900, вернее, просто 8000 крови. Пришлось быстро-быстро искать себе в ближайшем поселении жатвы. Ну, короче говоря, сейчас мы находимся около Козловки, тут мы словились, и направляемся к Зеленогорску. Задание у нас прежнее. Найти машину, на которую нам вообще не везет почему-то. Найдем, я думаю. Да. Найти вертолет, ну и осматривать места на предмет всяких ништяков. Я думаю, сейчас мы после Зеленогорска пойдем к Старому собору, там есть база военная. Как смотришь на это? Потому что я хочу себе снайперской винтовкой разжиться. Я смотрю на это очень положительно. Нам надо исследовать интересные места. Да. Короче говоря, давай продвигаться. У народа такой бугурт по поводу того, что я в предпоследней серии убил человека. Я сразу дам понять, что в последнее время я уже как-то... Вот Джек Шепард у нас добрый. Он не потерял свой человеческий вид, а я скотинился. Если я кого-то увижу, и у меня будут малейшие подозрения в его опасности, я его пристрелю. Потому что я не хочу хорошие вещи терять. А ты как будешь поступать? Ты с ним пойдешь поздороваешься, что ли? Ну нет, я думаю, что я тоже, скорее всего, выстрелю. Ну не знаю. Я тебя испорчу. Я тебя испорчу. Короче. А по-моему, там это справа крепость или колодец справа от нас? Где ты что-то увидел? На пригорке. Блин, Джек, я тебя сегодня теряю. У нас с пингом, что ли, проблемы? Ты куда делся? Я стоял на месте. Да, как раз на это. А, вон ты. Я позади остался. Вот он я. Где ты увидел? Вон, наверху, на горке. А, это каменная кладка. Мне показалось, это колодец. У тебя с водой проблемы, что ли? Почему показалось? Тут отсюда видно, что... Я, кстати говоря, нашел такой же пак, как у Джека Шепарда. Тихо-тихо, оттуда стрельба идет. Так, за ствол прячься. Ну, там мужик был, да. Одиночный выстрел. По-моему, он из винчестера стрелял. Так, ладно, пока двигаемся, короче. Давай вон туда сходим, там какой-то амбар. Тебе вода нужна вообще? Нет, у меня всего дофига. Опять стреляет. Стреляет из пистолета. Опа, еще один выстрел оттуда же. Пойдем посмотрим. Вон закладку. Пошли, проверим. Из закладки аккуратненько выглядываем. Ты сзади прикрываешь меня? Да-да-да. Я пока вылезать не буду, осмотрюсь. Так. Видел кого? Там здоровенный амбар. Ангар, вернее. Я что-то в последнее время их путаю. Ангар, да. Ну, короче говоря, это Козловка. В Козловке кто-то стреляет. Хрен с ними, пусть стреляет. Пойдем своей дорогой. Нам в Козловке, в принципе, делать нечего. Тут и машин нет, ничего. Угу. Так. Справа Полесского обойдем их, точнее слева от города. Жатвы у нас, в принципе, есть. У меня леспак, как у тебя, точно такой же. Меня давно, кстати, просят вещи переложить в слоты для именно вот там набор инструментов, допустим. Типа для них специальные слоты. Ну, все, что мог, я переложил еще в предыдущей, по-моему, серии. А вот фонарик просят в этот же слот убрать. Он туда не лезет, он ставится либо на место пистолета, либо, короче говоря, в рюкзаке его носишь. Такие дела. Угу. В последней серии... Кстати, чуть-чуть... написали нам, что есть рюкзак лучше, чем наш, на 24 ячейки, и называется он Black Pack. Чё, правда, что ли? То есть, думаю, если мы его найдем, то я знаю, кто с ним уйдет. Это хорошо.
Так, ладно, ну у нас, в принципе, лут-то неплохой, но, опять же, повторюсь, народ там очень трясется так из-за этого лута, мол, у вас крутые вещи, ну, нужно вас найти и убить. Блин, ребят, этот лут, его при желании можно собрать, ну, я не знаю, за часик. Осторожно, там какая-то башня. Ну да. А лучше бы ты ответил, попробуйте и найдите нас, то убейте. Ну, как бы, пусть попробуют. Я уже не думаю, что сверху движение, осторожно. На 10 часов, на 12. Вижу, бежит. Бандит, между А прочим. как у него бандитский скин-то? Бандитский скин у него. И он бежит Так, вперед. Пошли за за ним. ним. Бандитских скинов уже нет. Справа иногда чуть Я посматривай. осматриваюсь. Может он. А может сейчас уже снова сделали? Так хьюманиста нету. Так, я пошел. Ну почему у него скин тогда бандитский? Я не знаю, у него сейчас будет скин трупа. Короче, вот. Эту сволоту мы точно сейчас убьем. Вон он. Не вижу. Так, аккуратно, аккуратно продвигаемся. Он бежит или как? Он уходит дальше. Сейчас он, возможно, правее ушел. Будь осторожен. Аккуратно продвигаемся тогда. Вон он по полю. А, нет, это не он, это ползун за ним. Так, потеряли, похоже. Он либо в кустике каком-то сидит сейчас, либо направо ушел в сторону домиков. Куда зомби ползет, да? Нет, никуда зомби ползет. Блин, у меня есть бинокль, но надо знать, куда смотреть-то. Да не надо бинокль, не ставь, у тебя неплохой прицел. Неплохая кратность у него. Тройная, по-моему. Так, ну ладно, больно-то уж. А как еще раз там? А, вот все. Так. Блин, мы могли убить бандита. У меня нет цели больно-то прямо его убивать, но раз уж подвернулся, можно было бы грохнуть. Ну ладно, раз ушел, так ушел. А что-то мне кажется, ли темнеть начинает. Время, да, кстати говоря. А, может быть. Или может это утро наоборот. А время, короче, 10:30. Так, ладно, давай аккуратно выдвигаться тогда. Он вообще куда-то сюда бежал. Да, он в Не этом тебе же направлении. направо поворачивать было. Я видел движение, он направо уходил, в сторону деревеньки. Возможно, он где-то здесь, возможно, мне показалось, поэтому будь крайне осторожен. Возможно, он тут амбар лутает. Ага. Ну, выстрелов я не слышал, если так он так мимо прошел. Зомбаков. Там кто-то лежит около домика. Или нет, это пенек. Пенек лежит. Так, Будем открывать по нему ты огонь. примерно в ту сторону выдвигайся. Блин, вот почему народ ко мне Я думаю. постоянно-постоянно добавляется в друзья? Я же, блин, и в первом взгляде, последнем сказал, что я не добавляю в друзья людей, которых не знаю. Это капец. У меня спрашивают, зачем ты вообще? Ой, короче, ладно. Капец, как бы это просто. Просто не обращай внимания пока что. Кстати, вы можете видеть, что у меня чат с этой серии закрыт. Просто уже натурально задрало. То есть он не закрыт, я его запикселявил. То есть вы не можете видеть, что там происходит, потому что там очень много плохих и хороших вещей пишут. Ну, короче говоря, отвлекает от игры. Вот сейчас. Да. Допустим, я вижу, что опять там просто кто-то заспамливает чат обращением ко мне, к Джеку. Это не очень красиво по отношению к другим игрокам и не очень красиво по отношению к нам, потому что мы просили неоднократно этого не делать. Поэтому, Ну, собственно. это, в принципе, то же самое, что смотреть ходячих мертвецов, и чтобы внизу был чат влюбленных какой-нибудь О, СМС. они убили То есть... Шейна! Шейна Чё? убили! Нет, этот ходячих А! мертвецов.
Шейн такой Рик, ты милашка, козел! он мне Рик, ты нравится. козел! И вот так вот, прикинь, вот всю серию, да? Вот-вот. Слышь, я Действие. кому-то опять проспойлерил. Народ не любит меня за спойлеры, и опять кому-то что-то проспойлерил, по-моему. А я, кстати, второй сезон не досмотрел. Я серию на 12 остановился, или на 10, или... Печаль. Печально. Но вот то, что ты сказал, это я видел, это Ну окей. ладно. Сказать, что в Так, конце ты будет? что, давай... А, ты уже в этом кусту Да, я в сидишь? этом кусту, я жду тебя. Только хотел сказать, иди к этому кусту. Но он где-то справа от нас, короче, остался. Ну, остался, И ладно. хрен бы с ним. Как бы у нас сейчас большое открытое поле. Мы вообще, по-моему, так, отвлеклись маленько от дороги. Мы вообще идем немножко не в ту сторону. Нам сейчас нужно вот... Но мы потом просто Короче, вперед направо двигаться. чуть пройдем. Да, вот сейчас нам нужно в лесочек направо. Ну, собственно, двигаться в сторону Зеленогорска. Что-то мы куда-то не туда ушли, а то маленько. Пойдем? Давай. Блин, Пока покрою. я знаешь, какую машину Многие хочу? говорят, Чё-чё-чё? что... Ну, какую? Я? Про машину интересно, давай. Я хочу себе Волгу. То есть, тупое желание такое. Кто-то хочет себе УАЗик семиместный, кто-то там хочет себе внедорожник. А я тупо хочу Шаху или Волгу, потому что они ржачные. Я тоже Волгу Так, ты хочу. идешь ко мне, нет? Белую Волгу как раз. Так, вроде Так, я спокойно. бегу. А я-то о чем говорил? Один человек какой-то написал в чате нам. И, блин, ты не поверишь, я уже сбился с мысли. Вспомни, скажу. Ну ладно. Иди. Так, что, будем заходить в этот... Вон там амбар, там, возможно, есть жатва, у нас не так много. У тебя сколько жатвы? У меня дофига всего, так что даже можешь не волноваться. Блин, а вдруг там лежит, скажем, я не То знаю, есть... второй GPS-навигатор? Хотя он, Не, по-моему... ну мы зайдем, у меня 3 банки с едой, 2 банки колы, 2 фляжки с водой и еще 2 фляжки с водой в самом инвентаре. Тут, кстати, никого То нет. есть с припасами все хорошо, я думаю, у нас. Это, похоже, пофиксили количество зомби, потому что за забором зомби есть, это аккуратно. А, хочешь прикол? Чё? А справа от тебя к тебе идут 2 зомби, во-первых, а во-вторых, над крышей ангара банки Это все нормально. Это ты? Я в амбар зашел двухъярусный. Ты Да. стрелял? Ты стрелял? Да-да-да, я стрелял. Я в амбаре. Ко мне зомби идут. О, блин, Сейчас я окей. почищу маленько. Окей, вижу. А, бляха. Кстати, говорят, у того негодяя... Еще один Да, я заходит. вижу. У того негодяя, которого я пристрелил, ну, то есть я его считаю негодяем. Это я. Да-да-да. Угу. Короче, у него, говорит, берета была с глушаком. Как мы ее могли упустить? Ну, мы там на Да. нервах все были, так что... Ладно. Немного шок. Вот здесь банка фасоли лежит у зомби в Так, ну светлом. пусть лежит пока. А здесь бинты. Просто натурально. Кстати, надо как раз перекусить. Там, кстати, по-моему, что-то лежит снаружи. Это, по-моему, дрова. Дров очень много, кстати, появилось. Исправили, потому что их поначалу было очень мало. А теперь их порядком. Ты где находишься? Ты снизу? А, блин, теперь же еду можно просто. Да я снизу, но почему-то я еду не могу поесть. Костерчик, может, разведем? Там Погреемся. зомби дышит над стеной. Что-то в этом амбаре ничего особо нет. Ну, у меня 100 Но у меня температура. тоже просто охота научиться, пока есть возможности, пока дрова есть. Сказали, что в зданиях добавили возможность разжигать костры. Флайеры. Так, нам зомби идет, кстати говоря. Ну да. Как мы его упустили. Вовремя повернулся, показал зрителям, как ты его прикончил. Да и у меня что-то с хедшотами проблемы. Так, что у тебя есть? Пустая консервная банка. Не зачет. Так, к нам еще идет. Еще один, что ли, пришел? Еще две. Убивец Блэк убивает всех. Так, что у него? На, пустая консерва. Ты еды-то взял? У зомби он в лесе, на которой лежал. Подожди.
Ой, нет, мне показалось, что это вертолет лежит разрушенный в лопасти. Оказалось, что нет. Консервные банки, говоришь? Положи их. Ты их взял, нет? Да. Или где они? У кого? Вот-вот-вот, вот у этого. Вот, вот у этого, которого я. Угу. А слева бинты у другого. Так, банка фасоли. Возьмем. Кто-нибудь... Я пока пойду тот ангарчик посмотрю. А, там справа дрова. Вижу. А здесь еще и фляжка. Фляжка. Ну, у меня две пустая. Полные фляжки. Мне как-то пофигу. Откуда тут убитый зомби? Ты убивал тут кого-нибудь, нет? Нет. Тут канистра. Тут лежит канистра. Так, это место нужно запомнить. Это у нас квадрат 39106. Это где у нас? Так. Канистра у нас, короче, 39. Банка газировки. Химсвет синий. Тебе попить нужно? Вот от 39106. Так, мне попить пока не нужно. Химсвет и банка газировки, да? Тебе тоже не нужно? Ну, мне нужно, но я думал, что тебе. У тебя просто припасов мало, ты бы взял. У меня полно припасов. Насчет питья у меня полно. У меня одна банка газировки и две фляжки полной воды. И еще сейчас посмотрю, по-моему, в Элис-паке у меня что-то тоже есть. Многие люди мне писали в какой-то серии. Ну, по-моему, перед серией с убийством, где М4-то я тебе отдал. Говорили, ой, как тебе не жалко было, надо было взять. Ну, ребята, за такие поступки воздается. И буквально в следующей серии мы убили чувака, и я получил такое же оружие. Ага. Так что не волнуйтесь. Да мы как-то не жопимся. Самое главное. Тимворк. Ну, не жопится. Чё? Тимворк. Командная работа. Так. А, мне показалось, ты говоришь, этот вор какой-то где-то, который пришел за нашим хабаром, я думал. Я уже сразу пушку достал. Так, мы сейчас выходим и идем налево по дороге. И как раз приходим по этой дороге к Электрозаводску. Перед тем, как мы уйдем, вот куда ты прям сейчас смотришь? Ну, в общем, смотри, куда смотрю я, и посмотри наверх на крышу, короче, над этим. Над ангаром. Так, ну-ка. Ничего не видишь там? У тебя опять вот так глюки вот. Какие-нибудь, небось? Да ничего не глюки. Да нет там ничего. Там три банки консервные в воздухе. Ты натурально, блин, я не знаю, ты между сериями какой-нибудь тяжелый психотропный что-нибудь принимаешь. Заходи сюда, да, попробуем разжечь костер. Ты же дрова не взял тебе, да? Ты же самое говорил про зомбака, которого я увидел, ты сказал, что это все глюк. Вот вышла серия в пятницу уже, где там показано, как он прыгает. И я не псих, люди, я не псих. Дрова давай разжигай, не псих. Как? Как разжечь? Ну, на дрова попробуй, наведи правой кнопкой мыши и используй или на спички. Костер. Не, я на спички нажал. Спички не кончаются. Да, ты тут какими-то непонятными действиями занимаешься. Вырезали костер. Это все, что ли? Перезарядить в очаге, снаряжение. Зажечь огонь можно. Ну, давай зажигай. Так, зажигай огонь. Теперь не сгорит. Ох, ты круто. Офигенно. Здесь дымно как-то. Мяса нету, случаем? Здесь как-то дымно. Мяса нет? Я же говорил, ты видел двух. Подожди, меня уже, наверное, нет, где-то минут пять беспокоит звук непонятный. Ты слышишь, что здесь труп человека лежит? Не зомби именно? А, нет. Но я слышу мух. Ну. Значит, мух, где-то рядом труп. Человека не вижу. Труп он либо... Значит, валим отсюда нафиг. Чё валим? Да, реально очень слышно. На периферии что-то так думаю. А чё шумит-то такое? Это же, блин, труп где-то, значит, лежит. Он где-то внутри ангара должен был быть. Не знаю, ладно, давай, короче, выходим. Ты где? Ты за ангаром, да? Я за ангаром отбежал уже. Так, ладно, давай, короче, выходим наружу. Особо не паримся, идем по дороге налево. Окей. Окей, я прям за тобой. Так, где-то спереди зомби, аккуратно. Я его не вижу, но я его слышу. Ладно, он там ползун спереди. Прям за тобой держусь. Так, тогда назад чуть-чуть.
Чуть-чуть назад пошел. Так, и... Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Рафик не виновен. Так, и вот по этой дороге мы придем к Электрозаводску. Ты, кстати, время засекал на эту серию, или у нас опять будет либо очень большая, либо очень маленькая? Ну, я засекал, но, по-моему, без фейловых тех минут. Так, я пошел вперед. Ну, как бы тут... То есть, ну, наоборот, с фейловыми теми минутами, где первая попытка. Да, это не так критично. У тебя запись не включилась. Да, запись не включилась, мы там все наговорили. Ну, думаю, до 45 минут поиграем. Ну, где-то так, да. А многие мне уже писали на канале, что почему ты останавливаешь Блэка, говоришь, заканчиваем серию, доиграйте дальше. Я говорю, потому что я слежу за временем. То есть я понимаю, что чем длиннее серия, тем лучше, конечно. Но... Да, там 8-часовые серии у нас делать не получается. К сожалению. 6-часовый стрим. Я, кстати, смотрел, натурально прикольно. Но это видно, что народ, блин, они в арму играют уже сколько лет? Наверное, с момента выхода флешпоинта первого. Ой, не знаю. Ну, короче, народ знает там и ряд, и риски на прицелах. Все умеет, короче, делать. И задолго до DayZ умеет. А мы же так, мы только-только постепенно осваиваемся. С управлением, считай, знакомы. Ну, даже не знакомы, а уже полный профи в этом. Угу. Я так-то периодически поигрывал в арму. Но я в редакторе. Там редактор очень крутой. Там можно создавать самого миссии, ситуации. Я там постоянно какое-нибудь мясо устраивал. Но вот так вот профессионально играть нет. Допустим, поставишь какой-нибудь... Тихо, деревушка на окраине. Да я вижу уже давно. Падает гигантский метеорит. 3 истребителя летят, взрывают маленький ангар, в котором 3 маленьких ребенка сидели. Быдыш, скыдыш, скыдыш, прибегает Артур. Хватает там какой-нибудь, не знаю, вышку, кидает ее в самолет. Падает сверху гигантская луна. Бу, все, капец, конец миссии. Отпустила? Психотропные вещества дают такой эффект хороший. Прям ух. Так, куда мы идем? Что в этом городе может быть хорошего? Это не город, по-моему. Это не Ой. Посмотри, что за вывеска. Это Дрожжино. Дрожжино. Что-то мы медленно двигаемся. Вон там гора скоро будет. Слева прыгнем. Мы идем по полю. Да, мы идем по полю. Вообще какой-то бардак. Я хочу найти домик, в который можно зайти. А я здесь знаю, где есть домик, на пороге которого я тогда находил часы. Может, сейчас тоже что-нибудь. Тебе что, часы нужны, что ли? Я не пойму. Пойдем за мной. Нет, я говорю, я там находил, но раз там место респа, может там еще что-нибудь есть. Ну там зомби идет, но вроде оттуда. Вот там вдалеке, куда... Ты бы сказал хоть, что я перехожу дорогу. Там, я въезжаю в стройку. Так, меня, по-моему, увидели. Выдергивай чеку из осколочной гранаты. По-моему, да, сзади зомби. Бежит, бежит слева. У меня револьвер, потому что мне будет с пистолета прикончить. Петёв? Он умер. Конечно, умер. Ты его убил? Так, вроде нас не сильно слышали. У меня звука не было. У меня был. Он добежал до нас, потом отскочил назад, ударился об забор и умер. Ну да. А то, что ему пуля в жбан летела, это ничего. Так, что-то, блин, я не знаю. Я знаю, что мы не читаем чат, но здесь нам написали Blackjack, подписчики требуют представителей древнейшей профессии. А, извините, дорогие подписчики. Кстати говоря, в этой игре есть модель проститутки, даже в 4 видах. То есть просто в арме второй. Арма вторая, она же как тоже открытый мир, и там вот по этой Чернорусии ездишь, там в городах проститутки ходят. Ну, то есть понятно, что это восточноевропейская страна, а в представлении американцев и европейцев Россия — это страна, в которой живут алкаши и проститутки, поэтому других женщин тут вообще нет. Такие дела. Нормально. Давай туда перейдем, раз там зомби убили. Это как в этом, в Red River, да, где там заходишь в дом, там в Таджикистане, да, по-моему, здесь это происходило. Да, Таджикистан, там вообще это какой-то Афганистан, а не Таджикистан настоящий. В дом заходишь, там стол и стул, и все, и как бы нормально жить. Да, да. То есть, иногда еще палас на стене бывает. Домов. Красивый палас, да. Ну, все, палас на стене, это у каждого жителя Таджикистана есть, я так сразу подумал. Таджикистанама, Таджикистанама. Теперь нас не удивить уже с тобой. Скажут Таджикистан, мы сразу представим дом. Ну, это, конечно, блин, все вообще какой-то бред, я не знаю. Ты видел последний трейлер Metro Last Light? То есть лайв-трейлер? Нет, я
Видел, ну, я видел только, как бы... В общем, я один ролик видел, я видел, что он вышел, но я не смотрел. Там, короче, такие облезлые, грязные... Ой, там сколько зомби, да, пошли вижу. Назад. Вперед иди лучше, тут никого нет. Короче, облезлые, грязлые, грязные, нищие, русские, живущие в обшарпанной такой Москве, где стоят одни бараки. И их начинают бомбить. Народ бежит к бомбоубежищу. Их поганые, щербатые полицейские с сальными рожами отталкивают автоматами, короче. Ну, полный набор клюквы. Осталось только, чтобы они там еще водку бухали. Так, блин, иногда неприятно то, что они... Ну и медведь на велосипедах тоже. Рулили по этим. Они в нас пустили атомные ракеты, а мы в них будем швырять медведями. Оружие массового поражения. Чё-то тут никого нету, да? Медведа-бомба. Ощутимо так понерфили. Каких-то. Ощутимо понерфили зомби. Ой-ой, кушать хочет персонаж. Кущи, кущи. А, еда, еда, еда. Кущи, дорогой. Так, банка фасоли. Так, там машина, что ли, стоит? Я не понял. Инвентарь. Я маленько налево повернул, за домом нахожусь. Нет, машина сломана. Видел, видел. Количество зомби резко упало, но с одной стороны это, конечно, вот то количество зомби, которое ходит вокруг этого населенного пункта, оно как раз такое, сколько могло жить в этом населенном пункте. А не так, что там через каждые 30 секунд да. Респаунится по 30 зомби. Спереди зомби. Он сейчас меня увидит. Да, за домом где-то. Нет, он прямо на меня смотрит. Ага. Ну, вон он вышел. О, вот он идет к нам. Обходи дом справа. Ляжись. Да не увидит он с такого расстояния. Пошел, пошел. Не увидел, не смогла. Он в том амбаре, возможно. Хотя, что нам в том амбаре-то делать? Вот эти вот... Не знаю, я просто сказал, что он там есть. Маленькие канистры, которые тебе показывал, что типа можно с них заправлять бензин, это неправда. Бензин заправляется с больших канистр, да? А это маленькие... Ну, то есть, это правда, но с большими канистрами такими же. Я, кстати говоря, вот этот дом... В него можно зайти, рядом с которым ты находишься. Короче, ага. Маленькие канистры, они не этот, не то самое. Ты всем нам лгал. Как ты мог? На протяжении стольких серий я думал, что из них можно набирать. Магазин для ПМ есть и магазин для Ленфилда. Ну, для ПМ еще окей. Элис Пак, по-моему, лежит. Рюкзачок. В нем патрон для винчестера и стальной болт. А я нашел ведро без дна. Штяк. Тоже полезная вещь. Надеваешь зомби на голову, и все, он беспомощен становится. Так, зомби достаточно близко, аккуратно выходи. Я вышел уже. Все, можешь уже спокойно выходить, он зашел за угол. Кстати, поле зрения вроде у них нормально сделали, так что они теперь сквозь стены не видят. Я надеюсь, уже давно надеюсь, что они это сделают. Потому что и я еще хочу, чтобы они перестали проходить. Вообще хочу, чтобы они потупели, чтобы они не умели подниматься по лестнице, не умели двери открывать. Потому что это же зомби. Скажи мне? Это зомби, да, у них мозг полностью, считай, вообще атрофирован. То есть они единственное, что хотят, это жрать и просто идут напролом. Ага. Вон, видишь? То есть если, блин, какое-то препятствие там... Ну. Перед ними стоит лесенка или, блин, не знаю, они упадут. Пенек. Они не смогут его перейти или, блин, обойти как-то. Короче, видишь, вот эта вот большая канистра, вот, судя по всему, в ней бензин набирается, около амбара, которая под навесом. Да, а у меня вопрос. Сзади нас наверху из зелененького вышка сходим туда? Ну, то есть не на которой будешь что-то спавниться, пойдем, а которая... нам все равно по дороге нужно двигаться. Пойдем. Короче... И потом как раз вдоль леска. Дрожжено посмотрели. Или как... Зеленогорск? Да, Зеленогорск. Дрожжина посмотрели, дрожжину не зачет. Да. Хотя Элис Пак, вот как видите, вот то, что я говорил, что больно-то не стоит трястись по поводу своего лута, потому что вот так вот без проблем мы в течение серии нашли вторую же Элис Пак, да? Или нет? Да. Ты один уже нашел и еще один. Ну да, то есть мы вот буквально за час нашли два Элис Пака. То есть, если направлен двигаться к тем же болотам на военную станцию, то там можно найти и GPS, и оружие. Возможно, не с первого раза, но как бы без проблем. Mm-hmm.
То есть, если на одной не нашел, двигаешься к другой или к аэропорту. Ну, понятное дело, что и пулю хапнуть можно. Че тут зомби нет? Да. Но у таких высших их обычно не бывает. Так, баг-то пофиксили, да? С подъемом по лестнице. Должны были. Вообще обновление каждый день выходит. Я уже запарился обновлять. Но там пусто. Можешь даже не лазить. Там пусто. Пусто. Я только сейчас понял, что сервер-то у нас реалистичный. Я уже настолько привык от первого лица играть, что даже не заметил, что сервер-то реалистик, и прицела нет, и ничего нет. Да. Так, ладно, двигаемся тогда по дороге. Так, посмотри. Вектор движения прежний. GPS. Нам туда вроде бы. Так, сейчас посмотрим. Мы в квадрате находимся 33-102. Это у нас Дрожжина. И от Дрожжина мы, да, если сейчас пойдем, так мы придем к Зеленогорску где-то минут через 5. Да я его уже вижу, по идее. Какой минут через 5? Или я не его вижу? Нет его. Или ты видишь глюк? Да там или офигеть, нет? От Зеленогорска он большой. То есть он от горизонта до горизонта простирается. Сейчас мы там будем искать машину. Или умрем. И это хорошо. Но умереть, я думаю, с данным лутом будет проблематично, но все же. У нас что, плохо? У нас крови нет. То есть, если кто-то из нас потеряет много крови, у тебя сколько крови? У меня 11476. А, ну да, ты же начал серию, у тебя жатва была. А я-то начал серию, у меня персонаж жрать хотел. Я находился на берегу и вообще не понимал, что мне делать. Я думал, я погибну. Не успел найти одну банку. Да, напряженный был момент. Да. Так, что там внизу у нас? Не знаю даже. В принципе, подожди, там не машины стоят. Ну, то есть машины стоят, но нет, они, у них колеса сломаны. То есть они убитые. Но они какие-то, да, стрёмненькие. Хотя я не знаю, я ни разу машину не видел. Блин, а он там, может, что будет? Кстати, пока мы уж тут по лесу ползаем, вот насчет того, что знающие игроки, когда здесь играют, ну там, как бы уже и в армии освоились и прочее, ну то же самое, что смотреть сериал, допустим, как «Ходячих мертвецов», да, где люди, которые никогда не стреляли, ну, в общем, не подготовлены были к такой жизни, они как-то к ней приспосабливаются, выживают, как мы с тобой, да? Угу. Либо уже как бы военные, которые в этих всех военные, условиях чувствуют военные себя комфортно и показывают просто свои навыки. Профессиональные военные, сыгранная команда, которая уже несколько лет играет в эту игру, вообще все тонкости знает. Так, стоит оно того? Нет, что-то я заговорился, иду. Не знаю, под забором. Смотри, под забором, раз можно пролезть, давай посмотрим. Я просто не хотел обходить, потому что там по-любому пришлось бы столкнуться с зомби. Так, здесь у нас... Так, ноги тебя не сломают, надеюсь? Нет, не сломают. Здесь у нас бычки. Внутри пусто. Ну, то есть, как пусто, врагов нет. Ага. Здесь лежит колесо, ну, в принципе, что и еще запчасти. Мусорки стоят закрытыми, а куча пластиковых бутылок, газеты и бычки валяются рядом. Кто-то мне прогнал, что вот эти вот ящики, которые тут лежат, их можно при наличии в рюкзаке ножом резать. Ну-ка, давай попробуем. Я думаю, что он меня обманул. Хотя у меня в Элис-паке лежит нож, поэтому вполне возможно. Каким местом использовать нож? На нем нельзя никакие вести делать. Так, подожди, я не то делаю. Так, вот я все нормально переложил наконец-то. То есть я отмазывался, что все правильно сделал с инвентарем, а оказывается нет. Так, ладно. Короче, тут колесо есть рядом с электрозаводском, здесь есть запчасти. Если машину найдем, то мы уже знаем, где лежит канистра, где лежит колесо. Mm-hmm. Давай уходим тем же макаром. Так, сейчас я только... попытаюсь переложить морфий в Валиспак. Да. А еще один чего-нибудь. Что там застрял?
Еще один морфий, что ли, перел. Да я пытаюсь место в инвентаре освободить. Хочу взять запчасти. Да, местный инвентарь — Не это знаю, влезть, тот нет. еще тетрис. Постоянно думаешь, что да как. Так, ну да, я взял запчасти, теперь у нас есть запчасти. Колесо у меня не влезет больше. Но запчасти, по крайней мере, будут. Не знаю, думаю, пригодится. Ну ладно. Выходи. А там говорят, что цель у нас машину взять есть. Так, ты где? А ничего для этого мы не берем. Ну, мы просто запоминаем, Где что ты? где. Я вышел, я около выхода. Ну, то есть, я где вот эта щель под забором. Через... Через нее пролез Да, обратно, обратно да? через нее пролез. Ага, вот он я. Так, все, поднимаемся обратно на опушку и идем дальше к тому же направлению. Как раз думаю, когда к городу подойдем, время на эту серию закончится. Не знаю, ты у нас... Может, тоже успеем осмотреться. Ты у нас часовой. Я главный по времени. Ура! Так. У тебя же рюкзак, да? Ой, рюкзак, говорю. Кто? Бинокль. Хотя с такой расстояния да. Хрен ты увидишь-то. Осмотреться. Деревья только увидишь. Что-то ты видишь, блин. Сейчас поближе подойдем. А, ну я вижу. 5 зомби, 6, 7, 8, 9, 10. Ну там полно зомби. 11, 12. У-у-у. Нам надо бы найти там интересное место, в котором можно что-нибудь взять. Давай, ну давай. И колонку. Было бы неплохо. Просто, чтобы научиться. Как с нее набирать-то вообще? Потому что кто говорит работает, кто говорит не работает. Так, выходим на опушку, осматриваемся. Что у нас тут есть-то? Амбар вижу. С него, наверное, и начнем, если что. Угу. Вот я думаю, с правой стороны вот здесь много домов всяких интересных. Да там можно как раз есть. Смотреться. Блин, какой город-то большой. Меня даже подлагивает при увеличении. Ой, подлагивает, говорит, подтормаживает. Ага. У меня тоже немножко тут есть проблемы, ну потому что здесь, видимо, слишком много домов. Зомби тут полно, но по идее можно спокойно проходить в определенных местах. Что там по времени-то у нас? В этой серии пойдем или в следующей? 40 минут, 45 секунд. Да, давай тогда закончим на этом, пока нас не убили нафиг. Давай. В следующей серии пойдем к Зеленогорску, вернее пойдем, мы уже пришли. Пойдем в Зеленогорск, поищем там машину, поищем ништяки, возможно, там есть что-то хорошее, и, в принципе, дальше будем уже продвигаться, планы свои озвучили на несколько серий вперед, которые сегодня запишем. С вами были Артур и Джек Шепард, попрощайся. Да. Всем пока. Пока-пока-пока.